друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаем новый влог. Я с утра пораньше, вот здесь на своей летней кухне, можно сказать, что решила приготовить. Здесь варится рис у меня и купила... А что же за фирма? Вот она продается в Пятерочке, в Магните, они упакованные вакуумом. Это ребрышки. Как-то я разбрала, прямо на сковородке жарила, понравились. Такие сочненькие, у них тут прожилочки жир, жирка небольшие. Ну, больше мяса, конечно. Вот сейчас я их прямо вот так вот разделаю по каждому ребрышку с мясом. И, по-моему, обжарим две луковицы. В общем, хочу приготовить. Уже, знаете, фантазия не то, что не работает. Фантазии некогда фантазировать, потому что у меня все мысли забиты установкой этой кухни. Вчера нам с Корем пополам поставили мис. Ой, это мама должна была прийти. Сейчас я с ней поболтаю и продолжу. Пока я как раз нарежу мясо и про кухню вам расскажу. Получается. Вот такие вот у нас. Ну а то мы с Афонькой на посту. Нам отдыхать, валяться нет. У нас куча дел. Децюли, вот так вот получается, когда мы их обжариваем. Маловато я их купила. Надо было еще одну пачку взять. Я так чувствую, это все на один раз. Ну, попробуем, это будет вкусно. В принципе, поеду, куплю, дожарю. Такие хорошенькие они получаются. Сейчас я тут палочку принесла. Поболтали с мамой про выборы. Они уже проголосовали. Они у нас вообще молодцы. Вот. Поэтому, не знаю, пойду, не пойду. Хочется, конечно, пойти. Взяла, забыла же вам все показать. Так, вилочка. Вот эта щетка лежит. Это, не подумайте, это не одежная. Это у меня щеточку, я, знаете, для чего покупала. Я, по-моему, даже показывала как-то. Когда делаю пельмени или там все на столе, вот эта мука, тудым, сидым, ее же трудно вымывать. То есть приходится каждый раз тряпку мочить, и после того, как тряпку в этом тесте муки, я ее выбрасывала. А бывает иногда утром только достанешь эту тряпку, вечером ты придумал делать эти пельмени, то есть и жалко эту тряпку извозюкать в эту муку и выбросить. И я для этих целей взяла вот такую щетку, купила. И вот так вот подметаю всю муку, вот так выметаю всю там, допустим, в мусорное ведро, а потом, когда уже оно почти чистое остается, уже протираю, либо салфетками влажными могу протереть, и потом основную тряпку. Ну, как-то так. И поэтому щеточка это у меня среди посуды лежит. Так, мне еще помидорчики хотела нарезать. Помидорчики. Ой, купила помидоры, девчонки, розовые, 180 рублей. Кислятина, кислятина, вообще катастрофа. Вот эти, которые брала, а вот они, по 60. Они намного вкуснее, с луком вообще балдеж. Вот тебе, пожалуйста, розовые. Толку в них, как это кислятина. Там даже вкуса розового помидора не было. Как мне насыпать? Одной рукой. Сейчас я чувствую, девчонки, тут сделаю. Я сделаю сейчас. Не упадет? Упадет, не упадет? Надо переставить тут как-то все по-человечье. Вчера вообще целый день не снимала, потому что они тут ставили, то у них одно не получалось, то другого не хватает, то третье. Не туда прикрутили, у меня были вчера стрессы, прям целый день какой-то на нервах. Вот, так, что у нас здесь? Угу. И вот такие, возьму два ребрышка, просто с луком, по-быстрому прям, не знаю. Ребро от меня убежало. Не знаю, там хоть видно, что я делаю. И вот так. Муж придет поесть сосиски. Не знаю, будет такое есть или нет. Сейчас буду спрашивать, что им готовить. Болеют, дома сидят. И хочется им тоже постоянно какого-то разнообразия. Какого разнообразия, не знаю. Что я обещала показать? Сказала, сейчас покажу. Что покажу? Ну, забыла, ладно. Так, девчули, давайте пробежимся по этапам установки моей кухни. Ну, ни для кого не секрет, что она должна была быть с ручками. Потому что эту идею я долго вынашивала и думала. И все-таки я выбрала, знаете, удобство и комфорт перед новизной и модой. Вот. Хотя я всегда придерживалась второго. Но здесь я поняла, что, видите, например, вот я же говорю, там, помыла что-то, да, или там порезала, режу мясо, руки, соответственно, ну, грязные, и, ну, допустим, мне нужно что-то взять, там, ложку, вилку, или, не знаю, еще один нож.
Вот. Получается, если бы просто стоял шкафчик, да, как я беру этой рукой, или его ее промывать, высушивать. Потому что если я хватала за сам корпус и открывала, то, естественно, вода бы здесь бежала по нему. Это ясно, понятно. И получается, если кухня без ручки, прежде чем ее открыть, эту этот комод или дверцу, надо сначала руки привести в порядок, а потом уже открывать. А здесь для меня был отец в чем. Значит, я здесь порезала, там рука у меня грязная, нужна ложка, вилка. И девчонка так беру мизинчиком, хопс, открыла, взяла, нарезала, и спокойно у меня все целое. Вот это я почему ручки. Немножко меня смущало, конечно, то, что они такие больше под классику. Но были такие прямые, какие-то простые. Может быть, и их надо было взять. Я уже сейчас думала, я почему-то думала, что они будут торчать, я буду об них задевать там как-то. Хотя это, в принципе. В общем, девчонки, вот такие ручки у меня. Буду поподробнее все показывать попозже. Я вам сейчас хочу показать этапы установки. Значит, вчера электрик устанавливал. Здесь оно еще не закреплено. Вот, потому что будут менять вот эту часть стены, девочки, в договоре прописывала, чтобы когда они ставили вот эту панель, пенал, я не знаю, когда ставят они вот эти полки, чтобы они так их закручивали, чтобы вот этой вот истории здесь не было. И вот эти вот заклепочки, которые они всегда вставляют, мне такого не надо, потому что кухня сразу же на 200 тысяч становится дешевле. И я в договоре специально прописала, и все равно не заметили, ошиблись, сделали. Ну, сказали, завтра панель это уже будет, ее поменяют. В принципе, это не проблема. Раковину установили, сегодня вечером придут ставить, другие уже придут, керамогранит поставят. И послезавтра, воскресенье, о, нет, почему, что я говорю? Сегодня керамогранит поставят, а завтра придут уже верхние шкафы. Поставят, и, в принципе, будет, как говорится, уже готово. Вот эта верхняя часть, я не знаю, ее надо, наверное, залезть, не помыть. Достану я думаю, достану. Вот, либо закрасить, либо помыть. Кстати, мужа надо спросить, он краску купил или нет. Вот, что еще хотела рассказать. А, вот этот вот при транспортировке. Вчера они открыли, увидели, что поцарапанная была, был фасад. А эмаль же у нас крашеная. Вот увезли, не знаю, 9-10 дней сказали, пока покрасят, привезут назад. Но, в принципе, я к этому была и готова. И я знала, что со мной это должно произойти, потому что это же я, у меня как по-другому. Вот, это раз. Потом нижние панели, видите, они не в цвет, они отличаются. Вот, муж сейчас будет звонить знакомому, и будут красить они краской, которую используют для покраски машин. Он сказал, я тебе сделаю в цвет. Что я из этого тоже расстроилась. А ярче и у них белей нет. Можно сделать ровно такой же цвет, но это будет МДФ, то есть как вот фасады. А она боится воды, соответственно, там царапин. Поэтому не стали заказывать, а заказали пластик. Он более практичен. Как-то так. Покрасим, будет все хорошо. Плитку вчера вот устанавливали, не доустановили. Почему? Потому что, видимо, отверстие, которое вырезали под плиту, маловатое. Она не садится. Видите, вот такой зазор. Девчонки, напишите, у кого стеклянные такие панели, скажите мне, пожалуйста, правильно же я думаю, что вот это стекло, оно должно быть полностью лежать на столешнице. То есть никаких вот таких вот зазоров быть не должно. То, что они мне вчера рассказывали, что типа вот так он она будет. Нет, я говорю, должно лечь, значит, нужно увеличивать, соответственно, вот этот зазорчик. Вот. А, вот здесь вот не смотрите, что это щель. Шкафы придвинутся сюда, щели не будет. Отодвинули, потому что мы думали, что посудомойка будет задевать ручку. Она ничего не задевает. Вроде бы. Так что вот на сегодняшний момент, на сегодняшний этап у меня положительные только впечатления о фирме, фирма «Фасад», город Элиста, ну, о мастерах, о самой девочке-менеджер, которая нам все это проектировала, с кем мы беседовали. То есть, если возникает какая-то проблема, они тут же сразу ее устраняют. Вот вчера хотели раковину ставить. Раковина у нас какая она? Флорентина. Достали ее с упаковки, она была треснутая уже с завода. Спокойно поменяли, все безмолча повезли. Ну, естественно, потому что это покупали мы у них. Ну, вот такое вот начало установки кухонного гарнитура.
Вот как, знаете, сейчас получается, по крайней мере, по низу я могу сказать однозначно, вот это получается так, как я придумала, я себе фантазировала, как я представляла себе в голове, пока все получается именно так. Что будет с верхом, но мне кажется, с верхом будет еще красивее. Еще красивее. Она вообще будет, мне кажется, смотреться. Поэтому пока мне все устраивает. Ну, дальше будем смотреть. И уже подробно про все буду рассказывать, снимать свой обзор кухни. И, наверное, не раз, девочки. Так, Афонька у нас там тусуется. Пылесос у нас уже работает. А я не знаю, Софийка вышла, она там завтракала. А нет, Софийка еще здесь. Видим ее ноги. Пылесос работает. А мы сейчас Егорку повезем на английский. У него занятие начинается. Он уже более-менее хорошо себя чувствует, поэтому пропускать не хотим. Английский язык поедет. Сейчас будем уже одеваться, да, Афонь? Вот такие вот у нас истории. А теперь второе, чего я боюсь, чтобы не получилось так, что керамогранит, который мы купили, либо был плохого цвета, либо он был не такого рисунка, либо чтобы он сильно не отличался, не было серого. Девчонки, еще одно разочарование. Я каждый день, когда вот засыпаю поздно, все время думаю об этой кухне, просыпаюсь рано, и у меня уже такое моральное истощение. Я уже чувствую, что я хожу как это вареный рак какой-то. Тяжеловато, конечно. Скорее бы уже ее поставили, мы бы уже все собрали и эту историю забыли. Я хочу уже просто отдохнуть. У меня, тем более, скоро уже курсы, девочки, я не могу. Он сидит, смотрите. Так внимательно меня слушает, как будто он что-то понимает. По пятам, вот по пятам за мной. Я только же была на кухне, он со мной. Пришла сюда, он уже здесь. Это вообще, это вернее, чем этот Санчо Панса у Дон Кихота. Это вообще. Иди садись уже сюда, что ли. Иди сюда, садись. Потом, девчули, когда все уже установят кухню, когда всю залу внесем, хочу вызвать клиринговую компанию. Надеюсь, у нас в листе есть. Кто, девчонки, с Калмыкии, с листы, напишите, есть такое или нет. Я хочу вот этот вот весь тот диван с зала и, соответственно, этот пуфик, я все это хочу почистить, помыть, потому что оно все там какое-то непонятное. Вот это у меня еще в планах. Ну, так, в принципе, сегодня заказ должен, или я говорила, прийти с Велборис по ресницам. Даже некогда сесть позаниматься. Ну, вообще некогда с этой кухней, прям некогда. Я еще пока записывалась, девчонки, естественно, этот маникюр, педикюр. Я хочу снять гель-лак, потому что уже кроссовки, оно отросло, уже кроссовки, оно начинается под гель-лак. Ой, ну да, гель же там, что ну, или как он, нанесение вот это вот. Париться, ногти хочу убрать и просто, чтобы они были обработаны и все. Что у меня еще? Третье же что-то было. Педикюр, маникюр. А, ресницы, боже мой, и реснички у меня еще. Что уж хочу. Хорошо продержались, они уже больше, ну больше они продержались. Почти месяц они продержались в хорошем состоянии, хорошо выглядит, молодец. Алла молодец. Угу. Быстро делает, красиво смотрится. Дискомфорта вообще нет, ну прям как клево. Такие вот истории. У нас, устали, девчонки, да? Еще сегодня день города, праздник. И выборы, день города. Поеду, посмотрю, там, наверное, все перекрыто. Кстати, наверное, в центре перекрыто все. Вот, устали от всего этого, да, Фонь. А представляю, как, наверное, Сауру устал. И работать, и ремонт контролировать вообще. Конечно, напряжение у нас в сентябре мощное. Ну, даже не верится, что это со мной происходит. Вот серьезно. Мне не верится, что это у меня новая кухня, что именно так, как я запланировала, оно все пока происходит. Вообще в шоке. Что такое возможно? Ладно, буду отключаться. Сейчас пойду Егорку поднимусь. Будем одеваться, готовиться. Книжки надо найти. Я точно на Лиске ехать. Мы даже не знаем, где наши книжки. Какие они были цветом. Пойдем сейчас с ним. Да, Афонька? Пойдешь наверх? Афоня похудел же. Полина пришла, говорит, ой, у вас Афоня похудел. Я говорю, что да? Она говорит, да, похудел. И действительно, девчонки, похудел, потому что он стал за мной по лестнице подниматься. Раньше он толстенький был, он не поднимался. Он всегда внизу ждал, стоял, пока его поднимут. И а сейчас сам дык-дык смотрю. Пока, до скольки у вас интересно занятие? О, Егор 50 рублей получил. Чего не поздоровался? Пока, ой, привет. Соскромничал. Ну давай, удачи тебе.
Если что, позвони, хорошо? Пошел на занятие, пошел. Все, девчули, я еду дальше. Дальше. Сейчас поставлю вас, приведу. Все, поеду дальше. Мне надо только сообразить, сконцентрироваться на каком-то одном объекте, который мне сегодня нужно получить, потому что у меня мысли со всех сторон разные меня загружают, погружают, съедают. Так, значит, нам нужно обязательно сегодня добраться до овощей, купить вот эти плюшки, груши, яблоки, вот фуджи были. В прошлый раз я купила, девчонки все мяли, как и рассчитывала, Егор съел грушу, то он у нас любит грушу, все это будем повторять сегодня. Хлеба там завались у них. Потом что еще? Ну, наверное, за продуктами, знаете, Свейка тортик заказала, они с девчонками хотят чай попить. Вейлбрис забрать. А, девчули, фикс прайс. У меня закончился, да, Местос, там Санекс, многие такие химические, потом вот это вот дозатор, сейчас буду чихать, девочки. Вот, закончился у меня сама вот эта насадка или корпус, нет, как он, баллончик, девочки, с освежителем воздуха, поэтому пойду веселиться, фикс прайс, позаглядываю, Егора полтора часа будет на занятии, он. У Егора полтора часа, хотела сказать, длятся занятия, я что-то такое смолола. Вот, и поэтому у меня есть время прям погулять, походить спокойно. И в это время, может быть, что-то я еще вспомню и придумаю. А, точно! Я же брала окорочка, не окорочка, а в пятерке последний раз мы с мужем были. Мы взяли бедрышко, он сказал, запечешь как раз, бери. Я еще такая, ой, будете их есть? Он, бери, точно. Я разморожу тогда сегодня еще, значит, бедрышки и запеку их, потому что ребрышек, наверное, на сегодня будет мало. Ну, в принципе, вот такие вот у меня планы на сегодня. На что там на улице? 20 градусов. Обычно, когда у нас праздник города, всегда дождь и ветер. А сегодня прям идеальная погода, просто идеальная. Такие вот получается у нас сейчас. Вот, получается идеальное полотно. И что, начнем сейчас цемент замешивать, да? Давай. Не, сначала просверли. Нормально, отлично просто. Сейчас я пойду. Фонты, да? Это у нас первое. Это третье. Купила Джули, вот пошел у нас процесс. Выкладываем керамогранит. Подбирали рисунок, сегодня мы его разложили весь, попросила я весь разложить. Собрала мозаику, сначала одну сторону, потом продолжение, вот, совмещала,
посмотрела. Ну, вроде бы должно быть как бы симпатично. А там посмотрим. Просто стою, думаю, может быть... Вот вы опять же видите, белый совсем другой белый. Не такой он кипельный, да, по отношению к кухне. Так стою, думаю, может, надо было брать не глянец, уже матовый. Ну, как всегда, 10 тысяч, знаете, таких мыслей. Потом думаю, ну, в принципе, он будет глянцевый, прикликаться с глянцевой бытовой техникой. А и вообще, это замечаешь, вот эти вот все мелочи, девчонки, это когда вот ты только делаешь, когда ты только ставишь, и когда это только в процессе, ну, вот, производства, в процессе установки, да? Потом проходит неделя, два, ты об этих нюансах, об этих каких-то моментах, которые там не состыковочки, какие-то там нюансики, где-то там что-то ты видишь своим глазом, ты больше про них никогда не вспомнишь. Это однозначно. Снимая на широкоугольную камеру, хочу захватить большую территорию, естественно, она уменьшила и удлинила. Вот. Ну, получается вот так вот, когда мы укладываем широкоформатный керамогранит. Мне нравится, знаете, то, что... получилось две цельные и одна такая не слишком, ну, маленькая, как бы, и то, что получилось более-менее подобрать рисунки. Я прям вообще собой довольна, не могу. Мне сначала уверял мастер, так никто не кладет, там бесполезно совмещать, ничего не получится такой. Я говорю, стопэ, раскладываем. Муж здесь был, заставил их разложить в длину. Они у меня сегодня как этот... как мозаику, пазлы собирали, носились, я с этим тук-тук-тук сюда приложил, я стою с той стороны, смотрю, так, нет, переворачиваем, раз, опять не сходится, давайте это сюда, ну, вот это вот, и, ну, а что, разве плохо, смотрите, старались, крутили-крутили, перебирали, и получается постоянно почти, знаете, законченный рисунок. Как бы есть вот в этом месте, мы не нашли более-менее подходящее, но хотя бы так. То есть оно не бросается в глаза, нет такого, что... ну, явные такие, знаете, пятна, когда вот бывает, я смотрела обзоры некоторые, знаете, как у них бывает, вот она идет, эта размытость, вот так прерывается, здесь вот прям чисто белое пошло, понимаете, если чисто белое пойдет, уже как-то рисунок все равно резко обрывается, и это бросается в глаза, то есть ты постоянно это глазом будешь наблюдать, а здесь оно как бы плавно что-то куда-то там уходит, переходит. В общем, ладно, девчонки, пойдет, потому что лучше, не знаю, будет, не будет. Ну, по качеству не знаю, как вот этот керамогранит. Но то, что было в наличии, то, что не надо было ждать, то мы и взяли. Ну, так режется вроде ничего. Естественно, белизны у него такой нет, прям яркой. Но мне кажется, неплохо будет сейчас шкафы еще сверху оденутся. И получается, как бы столешница перекликается вот с этими... размытостями. Девчонки, пишите, как вам мои вот эти вот идейки. Я говорю, и вот тут он говорит, парень, который клал, сейчас сломалось какое-то сверло, фреза, не знаю, в общем, не получилось доложить, но это ничего страшного, потому что завтра придут, ставят навесные шкафы, и здесь все равно же еще под вытяжку точно так же будем вырезать, складывать это все дело. Так что пока вот на таком этапе у нас эта кухня. Ждем завтрашний день с нетерпением. Что день грядущий нам готовит. Я уже скоро говорю, с ума сойду. А, кстати, действительно, смотрите, как полы со всем вот этим перекликаются. Хотя особо не подбирали прям так, чтобы, знаете, именно все четко было в плане не цвета, знаете, в плане вот этого вот хаотичного такого расположения цвета. То есть он не как строго здесь, да, просто вот бывает ламинат одного цвета идет, и ты видишь эти кирпичики строго, а здесь какая-то простертость, и вот с этим расплывчатым всем как-то немножечко смягчает, мне кажется, смягчает все это, весь этот вид. Даже ради тебя, Фонька, включила вспышку включила ради твоего пятака, вот такого. Увидел, я снимаю, услышал, лежал же возле Егора, не поленился, пришел, еще и вот эти рога мне принес. Вчера убирала девчонки за диваном, который вот в этой комнате находится, диван большой наш, отодвинула его сама, весь оттуда угловой, не знаю, откуда у меня столько сил появилось. И я что только там не нашла, и вот эту новую рог нашла, это, знаете,
специально собачкам, как типа зубочистки, что ли. И потом кость вот такая же тоже бывает покупная, нашла. Потом какую-то палку его вкусняшку нашла. Я четыре вот эти вещи его вкусные нашла, ему дала, у него глаза разбегаются, он вчера даже не мог понять, за что первое хвататься. Ой, это кошмар. Умора. Я говорю, вот она где. Я говорю, Афонька, ну как так? Мы столько всего покупаем, и ничего нет. Пожалуйста. Трубку мира курам. Курам. Пары куры. Ой, вот так. Так что он счастливый, у него в каждой комнате теперь по игрухе. Давайте приблизу. Приблизу твой пятачок. И вот это мастера приходят, сначала главное лает на них, типа хочет показать, какой же он злой, бойтесь меня, я волкодав. А потом они сидят уже, ну он к ним привыкает, раз смотрю, придет, эту косточку возле них положит, такой сидит, ждет. И такой, типа давайте, играйте со мной. Вчера, да, Афоня? Их тут много было, им некогда, он со своей этой костью. Один раз чуть не раздавили. Я говорю, Афонь, ну хватит, иди уже отсюда. Нет, наблюдатель надо обязательно, чтобы все было под контролем его. Так что весело у нас. Ну, не буду сегодня ничего здесь убирать. Не хочу, девчонки, все валяется. Такой срач. Или убрать. Как я могу этот срач оставить? Нет, я не могу. Будем сейчас убирать. Хотя хотела Афонька этот... Хотела... Кушать, варить. Дома кушать нечего с этим ремонтом, понимаете? Кушать нечего. Все съели, слопали. Хотела корочка сейчас запечь. Посмотрим. Да? А, давайте я вам покажу шитье. У меня с утра еще сумки лежат. Сумки с утра, которые я ездила, лежат. На столе надо немножко прибраться, потому что у нас здесь, конечно, бардачелла, да, небольшая? Да. Так, что у нас есть? Вот эти вкусный мы сейчас подберем. Вкусные. Вот это сейчас я буду мариновать. Что я показываю? Смотрите. А, Егор купил какой-то напиток сегодня. Сам съездил, да? Угу. Кстати, открыли лечо, девочки. Это не салат, не закрутка. Это какая-то сказка. Я не могла оторваться. Боже, какая она вкусная, сладкая. Это лечо. Ой, я обожаю такое. Дай ложечку попробовать. Ну, вон, бери сзади ложечку, попробуй. Вдруг тебе понравится. Все вот мальчики любят с макарошками есть. Ну, попробуй. Кетчуп-то ешь, он же тоже. На краешек возьми. Вот так достаточно. Попробуй. Главное, тебе нравится сам вкус или нет. Помидор. Ой, с макарошками. Ну, даже не знаю. Еще не вырос, да, для закруток? Да. Я оставлю ложечку. Оставь. Пап сейчас придет, будет есть. Насыпать. Сейчас я вот это все уберу и буду показывать покупочки. И пойдем готовить, убирать. Вкусный очень. Мне. Мне нужна будет сейчас твоя помощь, Егор. Знаешь, какая? Какая? Сейчас я обзор покажу. Мы сюда с тобой придем. И надо будет вот это я соберу в пакет, ты пакет на мусорку вынесешь. Окей. Немножко прибраться, хочу полы протереть. А что это такое? Это какой-то прибор, пистолет вроде называется, или шприц. Не, шприц, по-моему. Только трогать его не надо, Егор, он заполнен силиконом, который будет вот эти швы потом заполнять. Красиво, кстати. Будут швы заполнять. Круто. Нравится тебе? Ты, кстати, да. Только сейчас увидела. А можно закрывать еду в этом? Не, не надо. Пусть она еще будет чистенькая. Согласен? Нектаринка. Мне нравится то, что она белая, и на ней не будет следов от ваших пальцев. Садика здесь уже брала нектаринки, видимо, вот так они выглядят. Видимо, сочные, потому что уже одну слопала. Потом помидоры больше всего хотела показать. Они вот такие вот интересные. Длинненькие, они очень вкусные. 60 рублей. Ну что, 180, я буду брать эти розовые, если эти вкусные, а розовые какие-то кислые. А, можешь пока водичку набирать, Егор, и выпивать синупред. Хорошо. Давай. Потом купила яблоки опять вам фуджи. Кушай, которые ты говорил, сочные. Хорошо. Фуджи почему берем? Потому что они плотные, сочные, сладкие, да? Да. Мои любят, чтобы такие они были не дряхлые, а такие твердоватые. Потом грушки опять взяла. Все будем перемывать попозже. Второй раз, девчонки, покупаю огурчики. Все мечтаю их замалосолить. Когда моя мечта сбудется, я уже не знаю. Уже даже не говорю, что беру на малосолку. Так, теперь я покажу вам фикс прайс, что я сегодня взяла. Мне попадается от Дореми. Это у нас, значит, что у нас? Гранатомар ароматизатор. Девчонки,
решила его взять, потому что для пробы брала очень хороший, приятный аромат. Не знаю, я почему-то думала, будет приторная сладость какая-то ужасная, убийственная. Очень даже неплохое средство, тем более там вот другого, ну, вообще ничего не было. А почем же этот освежитель воздуха? 85 рублей стоит он. Сначала думала, Глейд куплю. Буквально я 2 дня назад заезжала. По 145 был Глейд, вот такой вот, который я люблю. Океанский бриз там или что. Нет, сегодня уже ничего нет. Егорке раз лечение не понравилось и не устроило в данный момент. И, ну, на этот случай мы взяли кетчуп томатный, Хайнц. 55 рублей, здесь 450 грамм получается. Потом взяла тоже, зачем ездила. Это у нас получается Доместос, самый обыкновенный. И у них он стоит 99 рублей. В принципе, уже оно... Цена такая, знаете, как в обычных магазинах. Ну, немножко там, буквально на чуть-чуть она дешевле. А так, в принципе, можно и везде, в остальных местах покупать. Потом взяла сив, потому что... Ой, сив. Сив я заказала девочке на Wildberries. Когда он придет, неизвестно. А пока купила клин. Ну, потом, думаю, буду я раз не для стекол использовать, а поверхности какие-то натирать. Там сейчас у меня на кухне мебели много появляется. Будет что натереть. Вот. И оно у них тоже 99 рублей стоит. Ну, какой-то новенький. Без разводов, окна, какое-то новое, в новом исполнении, мне кажется, ярко-синий. Так, дальше удивилась, я вот показывала вам, не знаю, вставила, нет, что я увидела сенситив, значит, у нас от Colgate, и он у них 149 рублей. Обычно он по 200, по 300 рублей в Magnet Cosmetics стоит. Это вот зубная паста такая моя любимая. Она убивает. Она уменьшает чувствительность зубов. Я им начала пользоваться, знаете, один период постоянно пользовались, видимо, отбеливающими какими-то такими агрессивными пастами. У меня передние зубы стали чувствовать холод и горячие пищу. Пошла к своему стоматологу постоянному, она посмотрела, сделали снимки. Я думаю, может, пломбочки уже у меня там пропускают мне на передних, да, есть пломбы. Она говорит, нет, все нормально, Наташа, у вас, скорее всего, нужно понизить чувствительность зубов, купите вот Colgate Sensitive, и будет вам счастье. Действительно, счастье пришло, и много лет я прям на нем сидела. Так, а дальше. Да, ну потом начала уже другими пользоваться, ну я ее люблю, она мне нравится и по эффекту, и как она распределяется, в общем, по всем своим действиям вполне меня устраивает. Потом Бреф, вот купили средства для унитаза, 85 рублей, я не знаю, наверное, по их карте, скорее всего, цена какая-то странная, это по их карте, наверное, скидочной. Он, а сюда этот нежный аромат магнолии, я чувствую, обалденный. Вот. Так. И последняя покупка, которую я сделала, это, Егор, я тебе купила фломастер, они тоже за 149 рублей. Да, для того, чтобы в английский язык положить, я не знаю, у Елены Анатольевны нужны будут тебе? Mm-hmm. Наверное, нет, да? Ну, значит, вот в английский положить, какую-то часть оставить дома. Mm-hmm. Или мы лучше их заменим, может, я не знаю, школьные, а школьные положим на английский, а с английского положим mm-hmm. тебе. Мне кажется, школьные лучше, чем эти. Лучше, да? Это вот mm-hmm. такие вот. А фломастеры есть? Фломастеры тебе зачем? У тебя дома есть фломастеры, yeah. Я вам недавно купила. Вам целую. Зачем? Я этот... хочу посмотреть, как они пишут. Нормально они пишут, тем более учитывая, что мы на этом... На чеке и на столе. А, я фломастеры сказала? Я могу, я могу. Ну, в общем, купила... За 149 рублей. У нас уже второй раз я беру. Пользуемся такими. Я не вижу, что здесь было написано, конечно, что они акварельные. Но, в принципе, они мягкие. Поэтому взяла. Цвета красивые, такие все яркие. Не знаю, пробовали, нет, девчули. Вот такие карандаши. И... Очень, да, там половина даже, по-моему, не вышла. Остались. Вот сиреневые я вижу. Там еще какой-то. Вот они. Выходят потихонечку. Вот. Так что на этом, наверное, свой обзор я закончу. И, вернее, видео уже свое закончу. Мне надо сейчас дорогие готовить. Мои подписчики, зрители моего канала, хочу сказать вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте пальчик вверх, напишите комментарий, подпишитесь, если вы еще не подписаны на мой канал, нас станет больше. Нажимайте на колокольчик, чтобы он был такой темненький, тогда будут приходить уведомления, когда выйдет мое новое видео. На этом я заканчиваю, потому что вот так вот еще дел.
камеру я точно не буду доставать, потому что я катастрофически ничего не успеваю. Вот эта муха, которая сегодня дождется дефлофоса. Слушайте, я же вам не показала самое главное. Еще такая муха увидела и вспомнила. У меня выкатился с пакета дефлофос. Девчонки, они мне задолбали. И мальчишки. Купила дефлофос. Как он, дихлофос? Дихлофос 99 рублей, по-моему, тоже в фиксе. Сегодня все вот это накрою, сейчас достану, у меня есть тут чистые простыни, но которые мы не используем. Они у меня, знаете, на всякий случай лежат, потому что такие вещи иногда в каких-то ремонтах или каких-то, ну, сами знаете, могут пригодиться. Я сейчас все здесь накрою ими, вот здесь вот напшикаю, я уже в спальне напшикала до этого и в соседней комнате. Потом, думаю, положу дихлофос, вам же покажу, что я взяла. Большая такая бадья 400 мл. Закрыла туда двери, потому что это невыносимо. С ними невозможно справиться. Пока вот будут ходить мастера, пока мы будем это все ремонтировать, эти мухи будут, потому что они то большое заносят, то маленькое, то им надо, чтобы была дверь открыта, то давайте, то они втроем заходят, вот это ля-ля-ля-ля. Мухи в это время летят табуном. Сетку я принципиально не вешу на дверь, я ее не люблю, у нас дверь редко бывает, ну вообще настежь открытая, поэтому ее там и цеплять некто, я подцепила бы эту сеточку, но ее даже не за что крепить, вот поэтому мухам бой, наверное, савр идет кушать, но все, на этом уже точно все, всем огромное спасибо и всем пока-пока, батя идет есть.